Большое спасибо, Рав. Рав, нет никакого сомнения, что Творец дает нам каждый раз такие состояния, чтобы мы осознали, насколько мы нуждаемся в его помощи каждое мгновение. Но что значит, что не надо разговаривать, что жалко времени тратить на разговоры? Ведь я для того, чтобы обратиться к Творцу, я должен разговаривать с товарищами, чтобы выяснить, что может просить у него. Ты можешь выяснить. Только что тебе не достает связи, силы отдачи, силы объединения над всеми помехами, которые есть. Насколько ты будешь входить в помехи, ты утонешь там. Ты не сможешь выйти из них. А мы обязаны все время стараться быть выше всех споров и помех. Во всем в жизни. В любой вещи в жизни стоит нам просто, как плывешь по морю, как в лодке, как ты просто находишься в воде. Даже зловредные войны, воды, глубокие воды, тихие воды, неважно, ты над ними продвигаешься по ним к цели, принимаешь в расчет все, что проходит с тобой, как силы за постижение цели, достижение цели, а не против. Если ты думаешь, что это против, ты уже отменяешь Творца, что Он добрый, творящий добро во всех действиях и всем. Так, в общем-то, я должен отнести каждое состояние и благодарить его за каждое состояние? Каждое состояние. Ты как будто что-то новое открыл. Не так написано, что нет никого, кроме него?